Итак, друзья, значит, вот, сделал я втулку. Вставил втулку. Здесь будет вставать ствол. Ствол тоже отпилил. Сделал отверстие. Отверстие для того, чтобы зажать сам кит. Под кит отверстия не было. Все установил УСМ. То есть все работает. Осталось завтра на работе, наверное. Разогрею, установлю ствол и отпилю втулки. Значит, УСМ работает, все работает. Вот так вот. Самое сложное было это с просверливанием перепуска. Потому что никогда я этим не занимался, а перепуск надо было просверлить. То есть можете вот отсюда, наверное, покажу. Вот отверстие перепуска. Вон оно. Просверлил. Здесь углубил маленько. Сделал, они были заподлицо. Были заподлицо. Сделал чуть потай, чтобы винты вошли, их было не видно. Также здесь боковые сделал, чтобы было заподлицо, в потай будет сделано. В принципе, пока все. Пока все. Завтра буду вставлять ствол. После этого уже покажу, что у меня получается дальше. Сейчас покажу, как я отпилил ствол. Вот отпиленный ствол. То есть там на втулке сделан также порожек. Сейчас будет вот так вот выглядеть. Крепится на винты. Да. Так вот. Порожек это сделал для того, чтобы не пропускал воздух. Здесь чуть-чуть герметика. Посажу герметик и встанет она вплотную. И все так. Ну, пока что все. Ждите следующих видео. Следующих видео покажу уже, наверное, с установленными, со всеми, с китом установленным, стволом установленным. Да, втулка, вот барабан мародерский. Все вплотную, все в притирочку, все входит туго. Вот. Все стоит. Все осталось чуть доработать досылатель. Потому что досылатель парень мне прислал под 5,5 калибр. Как-то мы с ними не договорились. Осталось еще сделать досылатель, доработать и ствол поставить, и все. Сегодня кит уже мерил, кит подходит идеально, все, щелкнул разок, все, зашибись. Все, ждите, ждем следующего видео. Завтра буду, сегодня завтра буду устанавливать, скорее всего завтра. Все, всем пока.